Да ладно, мама. Но я не слышала. Да все нормально со мной, правда? Ладно, увидимся. Что случилось, любимая? С кем ты говорила? С мамой? Они идут? Нет, сказала не сразу. Прекрасно. Бахар? Что случилось? Да неловко стало. Будто мама по голосу все поняла, мне так показалось. Ты моя хорошая. Бахар? Ты расстраиваешься? Ну не надо так. Если ты будешь расстраиваться, мне будет очень обидно. С тобой это никак не связано. Единственное, вчера мы провели прекрасную ночь. Но если ты расстраиваешься, то я буду ужасно себя чувствовать. Я не вынесу этого. Ты не доверяешь мне? Я доверяю. Ну, если так, ты моей женой станешь. Мы не будем расставаться. Еще в первый момент, когда я увидел тебя, я привязался. Понял, что не смогу отказаться от тебя. Я тоже, Кемаль. Я тоже. Тогда улыбнись немного. Прошу, не расстраивайся. Мы друг другу принадлежим. И никогда не расстанемся. Налью чайку. Если я каждый день буду так начинать, все будет нормально у меня. Ой, уже поздно. Деньги нужно отнести. Начальник будет ждать. Ладно, я провожу тебя и поскорее здесь все приведу в порядок. Любимый мой. Удачи тебе на работе. Ты не опаздывай. Бахар, доченька, мы пришли. Добро пожаловать. Мы чуть не умерли от волнения. Ты чего так крепко спишь? Как дела, Соня? Вы пили, что ли? Нет. Это что тогда? А в мусорке бутылка ракы? Ну, Кемаль и брат жены пили. Я же говорила, что они собираются прийти. И они торт купили. Кемаль знал, что у меня день рождения. Они устроили сюрприз. И сестра Элли пришла. Скоро станет женой брата Джунейда. Вчетвером. А это не пришла? Айшегюль. Бахар! Она не пришла. С кем ты оставалась, доченька? С Кемалем, что ли, ночевала? Я очень проголодалась.
Бахар, Кемаль здесь спал? Ну... Да, мама. Но ты... Ты же ему разрешила оставаться здесь, поэтому... Да, я разрешал, но нас не было дома, это не совсем хорошо. Где он спал? Он в гостиной? Да и он прям там отрубился. Я и не знаю, как он утром проснулся, ушел. С утра встал и ушел, я и не слышала. Когда я проснулась, его уже не было. Ладно. Надеюсь, никто не видел. Люди неправильно поймут. Даже если мы безгрешные, будут сплетничать. Люди любят сплетничать. Позволение Всевышнего провести бы помолвку, а?